Верный друг, любимец семьи и помощник нейропсихолога Ольги Афониной золотистый ретривер Лёва пропал 29 мая. Как потом выяснилось, убежал через дыру в заборе на заднем дворе. Больше полутора месяцев собаку искали по всему Подмосковью и даже в Москве. Мы начали здесь, с леса, потом Суханова, потом ЖК «Государев дом», присоединились люди, те, которые профессионально занимаются поисками. Был сигнал как-то с Боровского шоссе, с Внуково мы поехали. Я поехала, муж туда с работы на такси, и мы там ночью искали по этому Боровскому шоссе. А потом на следующий день во Внуково было. Волонтеры создали группу поиска. Вместе с Ольгой прочесывали местность и расклеивали листовки. По социальным сетям ходили фотографии пропавшей собаки. Нашелся Лёва спустя 48 дней. Сотрудница ветеринарной клиники опознала в одном из животных на приеме пропавшего любимца Афониных. Я с ней созвонилась. Она, конечно, сказала, я не могу дать информацию, потому что это неизвестно, да, чья собака. Вот, наша, не наша, а информация конфиденциальная. Говорит, я напишу им на почту. И я тогда скидываю, говорю, отправьте, пожалуйста, вот это по новостям, то, что было, и в газете информацию. Через несколько часов Ольге перезвонил Дмитрий. Именно он вместе с женой заметил одиноко бегающую по лесу домашнюю собаку. И решил забрать с собой, пока хозяева не найдутся. И когда он сказал, что на фотографии моя жена, это мы его нашли. Я поняла, что тут уже можно не проверять, можно клеймо не смотреть, что это точно он. Просили, можно мы с ним еще денек побудем. У меня, говорит, жена плачет. Папе, говорит, еще даже не говорили, он сейчас с Лёва там на даче с ним. Дмитрий с женой приехали, как и обещали, через несколько дней. Но поначалу без Лёвы. Хотели убедиться, что отдают собаку ответственным людям. Когда же, наконец, его привезли и семья воссоединилась, счастью не было предела. Лёва! Лёва, это ты! Лёва! Лёва! Лёвка! Привет, привет! 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 Ну и когда узнала, что всё-таки... Какие у тебя чувства были? Я была очень рада, что он нашёлся. Оказалось, нашедшая Лёву семейная пара, коллеги Ольги, тоже психологи. Они быстро нашли общий язык и договорились приезжать друг к другу в гости. А еще рассказали, что после своего путешествия по лесу Лёва серьезно заболел. Его укусил клещ, зараженный пироплазмозом. Но новые хозяева его вылечили. Во-первых, я увидела, познакомилась очень много с большим количеством хороших, отзывчивых людей. Я поняла, что мы можем объединяться. Очень много задала себе вопрос, почему, для чего, что это за ситуация, чему она меня учит. Вот, ну, очень многому научила, так же, как и люди, которые нашли его. Они говорят, это была просто это такая трансформационная история для всех, для нас. И мы, говорят, тоже очень много поняли. Теперь у Лёвы есть и вторая кличка – Мех, на которую он также откликается. А еще любимая игрушка, которую подарили ему Дмитрий с женой. С ней он практически не расстается и наверняка ждет новых встреч со своими спасителями. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.